Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Как ты, Господь, воздал милостями твоими. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. И найди новые души здесь, погибающие во тьме невежества. Откройся им, Господи, в простоте твоей. Да познает тебя, Господа Бога нашего. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Евангелие от Марка, 4 глава. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли». И скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос. И принесло иное 30, иное 60, а иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающего вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им Иисус: не понимайте этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, а иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите, какую меру и мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, и кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподоблю Царствие Божие, или какой притчей изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что по тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им,
а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нету, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог наш! Мы славим твое всемогущество! Боже, будь милостив ко мне грешному! Создай меня, Господи, помилуй меня! Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Евангелие от Марка, 5 глава. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел Иисус из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидел же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и вскричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Постой же там, при горе, большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали, рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. И усильно просит Иисуса, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась живая». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. А одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя и к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила,
обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда Иисус еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходят в дом начальника синагоги и видят смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выставив всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что означает: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня, Господь, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царю небесный, утешителю души истины, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, благослови. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, Ты позволил нам здесь быть. Пролей свет Твой в эту тьму, в эту пропасть адскую, где развращают людей прелюбодеянием, сквернословием, табакокурением, наркоманией. Коснись сердец этих людей. Найди их, Господи. Они совершенно голые, открыто совокупляются, показывают органы свои половые. Они не знают Тебя, Господи. Пробуди их совесть, привлеки к себе, чтобы они услышали о Твоей любви, ибо Ты умер за грехи всех людей, чтобы люди не грешили, пробудили совесть. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, пошли добрых миссионеров, благовестников, к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, чтобы все услышали о Твоей любви. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила еси Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел Иисус и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2. И дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни суммы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Аллилуйя! Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало и гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод, по случаю дня рождения своего, делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала, и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей: «Чего просить?» Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас послал оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и отходящих, так что есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их. И бежали туда пеше из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много.
И как времени прошло много, ученики его приступили к нему и говорят: место здесь пустынное, а времени уже много. Место пустынное, времени много, и поэтому, Господи, так отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали ему: разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им его есть? Но он спросил их: сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. А они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им Иисус рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял хлеб, 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебов около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока Иисус отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный, около же 4-й стражи ночи, подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними Иисус и сказал им: ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители узнали его, обежали всю окрестность и начали на постелях приносить больных туда, где Иисус, как слышно было, находился. И куда ни приходил Иисус, в селение ли, в городе ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и приносили, просили его, чтобы им прикоснуться, хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Веруя во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии, Девы вочеловечшейся, распятого жезаны при Понтийском Пилате, и страдавша, и погребенно, и воскресшего в 3-й день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святого Господа истинного животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую, святую, соборную, апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Слава тебе, Христе Боже наш, слава тебе. Добрый день. А это ежедневное? Ежедневно. Или просто зачем это делать сейчас в клетке? А вы знаете, что здесь собрались люди с какой целью? Это дно ада, одна тьма и мрак, прелюбодеяние,
блудство идет. Да нет, только... Мы пришли, чтобы засвидетельствовать о любви Божией. Показывают половые органы, открыто голые совокупляются. Половина голых здесь, брошенная, как падаль у дороги валяется. И все. Ну, половина семей не без урода, знаете. А 80% мусульмане. А зачем они пришли сюда? Мусульмане, зачем сюда пришли? Беседовать. А с кем беседовать-то? С деревянными мозгами? Если зачем... Ну, пришли мусульмане, потому что много приезжих мусульман в России. А зачем тогда прячутся? Зачем прячутся? Только рот показывает глаза. Потому что в правилах пользования Они просто сами не понимают. Они купили только телефон и не понимают, что нужно показываться собеседнику полностью. Да, они не понимают, да? Просто объясняют. Значит, да не надо объяснять. Мне 80 лет. Да. Я 56 лет проповедником. Я их с первого взгляда понял. Я ему сказал, зачем ты здесь? Ну вот, крутит головой. Я говорю, у вас дома разрешается 4 жены. Ну да. Ну а 4 жены, ты за них платишь, Колым? Ну да, большие деньги. А тут 44 бесплатно голые. Ты пришел, жеребец, сюда на чужих кобылах скакать. Что непонятно-то? Показан, здоровый дядька лежит, анонизмом занимается. Что он не знает, что худо делает? И маленькие дети здесь же. Да, конечно. Так это... Давайте примем то, что не все в Бога верят. Дело в том, что без Бога, поэтому человек осатанелый, он не знает, что делает. Поэтому мы пришли сюда возвестить людям великую радость. Христос умер за грехи людей и зовет к чистой жизни. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А кто не верует, он жизни вечно не увидит. Он будет брошен в озеро Огненное вместе с сатаной, где будет вечно мучиться. Вот. А вы какую церковь проповедуете? Православную какую? Православную, там, да, без каких-то направлений? Православную, святую православную церковь. Православную, понял. Да. Вот. Каково ваше мнение, что на Украине происходит с церковью? А почем? По религиозным пунктам или по политическим? Ну, они очень тесно связаны. Я даже границы не нахожу. Ну, церковь здесь, я говорил раньше еще об этом, надо было дать автокефалию. И все было бы на месте. Уже года 3 они это тряслись. Меня неоднократно спрашивали на Украине и здесь. Так, это вы пришите? Да-да-да. Ну, если вопрос задали, так надо нас слушать, а не забивать. Я слушаю. Теперь, относительно политической. Крым всегда принадлежал России, он никогда украинским не был. А что касается Донбасса, тут не надо было лезть туда. Это украинская территория. И не было бы никакой войны. Ну, насчет Крыма, знаете, и Сахалины никогда русскими не были. Почему бы не отдать Японии по такой же логике? Ну, Украина никогда не владела Крымом, никогда не было. Это Хрущев отмахнул для Нины Петровны, провел пальцем. Сама... Ну, по документам-то она полностью украинская была. Просто я ничего не говорю, как гражданин России. Для России это очень крутая тема. Это стратегически важная территория. Но со стороны Украины это просто, ну, представьте... У вас только такая в стране тема случилась, как Майдан. Вы еще не окрепли, вы узнали, что у вас в государстве почти все кремлевские люди, и потом сразу, пока вы не окрепшие, у вас люди без нашивок, без шевронов заходят на вашу территорию и просто ее отжимают под предлогом того, что это, не знаю, какой-то референдум, по-моему, был проведен, который... А вы считаете, что я на Украине живу? Нет, я не считаю, я просто говорю, мне интересно. Мы в Барнауле, мы центр Сибири, мы славим Бога. У нас очень тихая, спокойная обстановка. Межрелигиозных конфликтов нигде никаких нету. Ну, Сибирь, это вот Сибирь, я соглашусь, это абсолютно русская. Да. Если не считать до там Ивана IV. Да, Ивана IV. Сибирь, Алтай, это жительница Сибири. А Ломоносов говорил, Россия будет перерастать Сибирью. Вот видите как, и дошли до центра. У нас другие люди, другие люди. Вот в Москве были мы, там совсем не такой народ. Мы много ездили. Я как миссионер, у меня 38 книг вышло из печати. Я решил подарить библиотеке мира. От Владивостока до Лиссабона прошли, Прибалтику, Скандинавию. Книги все там в королевской библиотеке двум папам подарил. И мы все это видели. Народ другой совсем. У нас народ очень приветливый. Сибиряки. Под Москву подпер Гитлер-то. И когда прикинули-то сибиряков, они мгновенно фашистов отшвырнули во время зимы. Там все замерзали.
Ну, народ-то привыкший к морозам. У нас 45 градусов в то время – это норма. И Сталин знал, кого послать-то. Целые дивизии сибиряков туда сунули. И все пошло кверх ногами. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аллилуйя.